Максим Флюрович, с начала марта в Бердске стартовали работы по противопаводковым мероприятиям. Скажите, пожалуйста, что сделано на сегодняшний день? В данный момент у нас работает техника по вывозу снега с подтопляемых территорий. Вот. И также работает техника по прочистке проездов по улицам частного сектора, внутриквартальных территориях. То есть зима закончилась, температурный режим стал таким, что начал везде снег проваливаться. Соответственно, работы идут вот в таком ключе. Для сравнения скажу, в 2020 году было вывезено 107 тысяч кубических метров снега, из которых в рамках противопаводковых мероприятий было вывезено 23 тысячи кубов. А в 2021 году уже, по данным на 22 марта, вывезено 113 тысяч кубических метров снега, из которых 22 тысячи кубов вывезено в рамках противопаводковых мероприятий. Значит, общее количество улиц, убираемых в 2020 году, в 2020-2021 году, 260 единиц. На всех этих объектах работает порядка 25 единиц техники, из которой 16 единиц подрядной организации, которые нанимаются Центром муниципальных услуг для проведения работ по противопаводковым мероприятиям, 6 единиц техники Центром муниципальных услуг. Я не сказал о том, что у нас еще и копаются каналы водопропускные, начинают открывать ливнеприемники, вскрывать, то есть очищать, готовить водопропускные трубы. Это делается все в основном вручную. Ну, большие каналы с помощью экскаватора, в том числе и наемного. То есть готовимся. Готовимся к тому, что когда начнется обильное таяние снегов, ну, минимизировать ущерб, который паводок мог бы нанести жителям нашего города и городу в целом. Большая озабоченность жителей частного сектора вызывает как раз таки вопрос по вывозу снега. Что делается в этом направлении? Жители частного сектора, я как бы хотел попросить их о том, чтобы они отнеслись с пониманием к уборке снега, потому что когда мы зимой начинаем чистить, все жители очень недовольны, что при чистке образуется снежный вал, который, ну, заваливает въезды. В большинстве случаев жители частных домов, никто не хочет от своих домов убрать снег для того, чтобы это было. Ну, как бы понятно, что вот этот человек содержит свой двор, он тратит на него средства. И потому что в многоквартирных домах люди платят за то, чтобы территория дома убиралась. Частный сектор не хочет этим заниматься, мало того, что когда начинается вот уже весна, весь снег выкидывают из ограды, с крыш, все на улицу выкидывают и бросают. Вот, соответственно, ну, у нас нет таких ресурсов, чтобы уже весь этот снег забрать и вывезти. Тем более работать в частном секторе очень непросто. Стесненное пространство — это раз, и нет возможности складирования для того, для последующего вывоза. То есть там приходится работать по такому принципу: заезжать и сразу же вывозить. Ну, это долгий процесс, медленный, но мы этим тоже занимаемся. По крайней мере, на подтопляемых территориях приходится работать вот в таком ключе. Но работа ведется, и сейчас мы делаем основное ударение это на то, чтобы были проезды по улицам частного сектора, уже чтобы у нас могла и скорая помощь, и пожарная машина, в случае чего, подъехать в частный сектор, к частному дому и оказать какую-то услугу, если она вдруг потребуется. Есть ли определенные места, на которые во время проведения противопаводковых мероприятий уделяется особое внимание? Работы ведутся в плановом порядке. Есть обращения там какие-то там, скажем так, срочного характера, отрабатывать пытаемся, ну, исходя из тех возможностей, какие у нас есть. Но работа ведется. У нас в приоритете и учреждения здравоохранения, и образования, и детские учреждения. Мы стараемся, чтобы управляющие компании поактивнее работали с вывозом, так же, как и наши службы, потому что при увеличении температуры воздуха проезд на снегоотвал может быть затруднен тем, что дорогу разобьет, и она растает, и уже проехать будет невозможно. Поэтому сейчас стараемся максимально вывозить снег с территории города, в том числе и с территории квартирных домов.